Обзор за минуту. Nintendo Land. Готовы? Погнали. Намного лучше, чем я думал. Это хорошая возможность узнать, на что способен новый геймпад. Мне было на удивление весело играть во все эти мини-игры, основанные на разных франшизах от Nintendo. Некоторые из них правда хороши, в особенности мультиплеер. Пожалуй, лучшие игры здесь — Pikmin, Metroid и Donkey Kong. Единственная хрень из этого — Octopus Dancing. Основная часть игры просто хорошая, и чтобы получить от них удовольствие, нужно играть с друзьями. Так что если вы часто играете на Wii U с другими людьми, покупка Nintendo Land точно окупится. Честно, мне настолько понравилась Nintendo Land, что я постоянно к ней возвращался. Игра очень разнообразна и отлично показывает, на что способен новый геймпад. И мне кажется, что как проект из первой линейки игр, она намного лучше, чем Wii Sports для Wii. Nintendo Land получает 8 из 10. Перевел рейд, озвучил Гаррет.